Я не знаю, мы записываем репорт. Моя гвардия против орков Кендера. Значит, мы тут придумали сами себе миссию. У нас у каждого есть по одному вот такой технике. Вот такая вот Battle of One орков. И вот такая красная шняга у гвардейцев. Значит, задача доставить свою эту технику в диплой к противнику и подбить, точнее помешать врагу сделать то же самое. Значит, выставились 24 по коротким сторонам. Диплойка примерно вот такая у нас. Значит, первыми ходят орки, естественно, потому что их меньше. Что по ростеру? Значит, у гвардии командный танк, палач, ласка, плазма, два хэвиболтера. Это этот разведывательный детачмент, состоит вот этот хакушник, три сентинеля, каждый по одному с автопушками, у двоих еще ракеты. И в хэвике гидра. Не знаю, зачем я ее взял, но вот она будет. Второй — это наш танковый тяжелый детачмент. Здесь вот эти два хаку. Это демолишер и обычный лемонрас с батлкэноном. Также еще к ним в компании два панишера и обычный еще один лемонрас. И мои мотоциклистики тоже прикрывают нас вот здесь с фланга. Так, что у нас у орка? У нас есть бигмек с шагом, с шоковой пушкой, и у него там еще это силовое поле есть. Не знаю, можно ли две штуки взять. Ну, блин, пока не разобрались, будет. Сидит он в вагоне, поле защищает только вагон. Вагон открытый, у него невидимая есть дефрола и 4 якобы вот невидимых этих ракеты. Хоббисты. Да, короче, супер технологии. Так, дальше. Battle вагон Сплинрипа. У него, значит, броня, он закрытый. 4 бигшуты у него и Kill Cannon. Так, дальше у нас идет Гобсмаша с флажочком такая. Она тоже закрыта, у нее тоже Kill Cannon и спансоны 2 ракетки. Так, еще одна точно такая же Гобсмаша, закрытая с Kill Cannon, как и там Kill Cannon, и 2 ракетки. Потом у нас есть вагончик, тоже он закрытый. 2 бигшуты у него. Kill Cannon, вот, блин, такой шахтного типа, вот, бжж, вылетает. Вот так вот все это. Так, и что еще? Дредноут у нас 40, вот он, у него 2 клешни махательные, огнемет и ракетница. Так, ну еще вместе с меком тут сидят и тяжелые вон лутосы, 10 штук. Там они все примастились. Вот такая вот игра. Ну и вот наш танчик, который нужно довести и спасти, это вот трофейный вагон. Вот, так что все. Ну, все новые танчики мы выгуляем. Ну и в дополнение еще за то, что довел своего, значит, этого меченого танка до чужой диплой 3 очка, за то, что подбил вражеский, 1. И за каждую свою технику, которая тоже оказалась в вражеском диплое, 1 очко. Значит, первый ход орков. Значит, все практически вагоны стреляли по командному демонлишеру. Оставили его бедного в 7 вундах. Еще бы одна и деграднул. Повезло. Значит, лутосы убили двух наших мотоциклистов. Также еще стрельба была по вот этому лимону, но она была безрезультатная. Ну и до этого фазу движения большинство подвинулось, поэтому оркам было еще сложнее из своих тяжелых орудий попадать. Первый ход бравых гвардейцев. Значит, совместной стрельбой убрали вот здесь вагончик и вот эту вот прелестную кракозябру оставили в 2 мундах. Ну и на движении, значит, до этого обычные танки все подвигались на полный мув. Эти командирские наполовинку, поэтому стреляли 2 раза. Шагоходы бежали. И мотоциклисты тоже прокинули ледак. Все нормально. Тоже и двинулись вперед.
Второй ход орков. Это дальний одинокий флагоносец. Отстрелял свое оружие в этот лимончик и снял с него два хулпоинта. Потом вот этот подранок и дред стреляли по этому лимонорусу. Значит, оставили его в 7 хулпоинтах и один потом еще на чарже сняли дредноутом. Так, вагон с начинкой. Отстрелялась начинка, лутасы. Оставили в 4 пунишер. Потом вагон протаранил его, снял еще одну вунду. Ну, этот парень куда-то стрелял, но безрезультатно. Второй ход гвардии. На левом фланге этот зениточка, пунишер и 2 командных танка сконцентрировали огонь на вот этом вагоне. Значит, сняли с него, получается, 13 вундов. Молодцы какие. Дальше. Гордая треть, знаю. Плазменный командный танк стрелял, значит, из главного орудия в дредноута, из болтеров и лазок пытался добить этот вагон, который был в 2 вундах. Но это не получилось, вагон стоит в одной, и 5 вунд сняли с плазменного орудия из этого дредноута орковского. Значит, до этого 2 танка, которые были в ХТХ, фулбэкнулись назад. Часовые. 2 стреляло, значит, тоже пытались добить этого подранка. Ничего у них не вышло. Даже использовали одну одноразовую ракету. И этот пытался как-то покоцать маркер этот. Тоже у него ничего не вышло. И мотоциклисты пытались почаржиться, но практически самоубились. Значит, 2 погибло, так и не дочаржив на Overwatch. Третий ход зеленых парней на красных машинах. Значит, флагоносец стрелял по демолишеру, ничего ему не смог сделать. На этом фланге, значит, все трохи подвинулись. Из батл-вагонов добили. Здесь стоял один наш пунишер. Этот второй вагон командный почаржил наш Лемон Раз, снял одну винду. А вот чарж дредноута орковского был удачный. Значит, плазма-танк наш взорван и завязан в бою демолишер. Ну и цель миссии орковский маркер тихонечко крадется вдоль края поля. Четвертый ход гвардии. Такой более-менее результативный. Значит, этот пунишер из гатлинга взорвал здесь вот этот флагоносный вагон. Одна взрыве, одну ранку потеряла зенитка. Потом он же из болтеров дожал здесь вот второго подранка, который был тоже в одной вунде. Как раз одну рану занес и все. Затем сентинели всей своей стрельбой нанесли одну рану маркеру орковскому. На этом фланге, значит, демолишер фулбэкнулся с рукопашки. Этот лимонорус также. Команды наш Warlord проехал вперед. Из башни занес 4 вунды сюда. И стрелял из всех остальных орудий по Девдреду, но ничего ему не смог сделать. 5-й ход орков. Командирский вагон подвинулся ближе к сентинелям. Пострелял в цель миссии гвардейскую. Оставил в 3 ранах. Не, занес 3 раны. Потом почаржил сентинеля. 2 дырки ему нанес своей невидимой роллой. Дредноут тоже стрельнул в
нашу красную машинку, значит, еще три раны я нанес, почаржил, но в ХТХ ничего я не смог сделать. Этот вагончик из своей большой трубы оставил шагателя гвардейского в одной рамке. Ну и, значит, орковский маркер потихонечку движется в сторону пятый ход и последней гвардии. Продолжение мы не выкинули. Здесь вот стоял орковский дредноут, который залочил все наши три танка. Цель миссии и два командирских. Но, значит, мы вышли из ХТХ и вот этим панишером насували ему чутка и добили вот этим лемонрасом из болтеров. Из главного калибра этот шмыгнул в вагон, но ничего ему не сделал. Сентинели. Один выжил из ХТХ, два других стреляли сюда. Тоже ничего не произошло. И что в итоге? Значит, в орковском диплое зенитка и один панишер. Два очка. У орков три очка приносит вот этот прорвавшийся орковский трактор. Орки выиграли.